Всем привет! Сегодня получил на почте мелкий пакет из Китая. Здесь должны быть две силиконовые кисточки для готовки. Заказывал я их на сайте aliexpress.com. Каждая из кисточек стоила 52 рубля на момент заказа. Посылка шла всего лишь 17 дней. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Внутри, как и следовало ожидать, находятся две силиконовые кисточки. Только я заказывал, по-моему, какие-то другие цвета. Я заказывал синий и зеленый, насколько я помню. Ну, видимо, синих и зеленых в наличии не было. И продавец положил то, что было. Вот так эти кисточки выглядят. Очень мягкие, и я думаю, в хозяйстве они пригодятся. Ссылку на продавца оставлю в описании к видео, если вдруг подобные кисточки вам тоже нужны, можно заказывать. Честно говоря, даже не знаю, сколько подобные кисточки могут стоить в местных магазинах. Лично мне проще было заказать их в Китае. Ну а в следующем видео я покажу, как сделать вот такой шашлык в самой обыкновенной духовке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.